Уважаемые слушатели вебинара, я надеюсь, меня видно, слышно. Ага, отлично. И видно, и слышно. Замечательно. Ну, тогда, я думаю, мы можем начать наш сегодняшний вебинар, который будет посвящен очень интересной, на мой взгляд, теме. Виртуальные экскурсии по карте и без. Я расскажу вам сегодня о некоторых несложных инструментах Web 2.0, которые могут позволить вам в цифре сделать виртуальную экскурсию, предложить ее своим читателям, слушателям, ученикам в классе, ну и организовать совместную работу по созданию таких карт. Перед тем, как вебинар начать, расскажу несколько слов о том, где можно взять материалы к этому вебинару. Для тех, кто хочет сохранить эту презентацию, которую я буду показывать, наверху есть значок с папкой, изображение серой папки. Если вы его нажмете, то откроется с правой стороны у вас вкладка «Ресурсы». В разделе «Ресурсов» вам нужно найти презентацию с названием «Виртуальная экскурсия». Это она есть, рядом зелененький значок для скачивания. Еще одна презентация справочная, там же, в этой же папке, 12 онлайн-сервисов для создания виртуальных экскурсий. Ее тоже можно скачать. В ней собраны полезные материалы, обучалки и примеры использования того или иного сервиса. Это полезная информация, если вы определились, что хотите создавать виртуальную экскурсию, но пока не знаете, за какой сервис схватиться, то можно вот с помощью этой презентации сориентироваться в разных инструментах и выбрать именно то, что вам нужно. Ну, а я тогда начну мой сегодняшний рассказ. Виртуальная экскурсия – это хороший способ визуализировать информацию. И библиотекарь, и учитель может создавать такие виртуальные экскурсии и для своих читателей, и для своих учеников, знакомить их с достопримечательностями и своего города, и других стран и городов. Путешествовать по всему миру можно сейчас уже не выходя из библиотеки и не выходя из класса. Вы можете воспользоваться уже готовыми виртуальными путешествиями, которые созданы профессионально. Например, на очень многих сайтах музеев, начиная с Третьяковской галереи, заканчивая, например, музеем Кижи, есть различные виртуальные экскурсии, которые позволяют попутешествовать по достопримечательностям, по экспонатам музея и так далее. Но иногда возникает необходимость делать что-то своими руками, что-то интересное, еще хорошо бы привлечь к этому других соавторов, и тогда на помощь придут разные онлайн-инструменты. Что можно сделать с их помощью? Ну, например, путешествовать по населенным пунктам своего края, области и так далее. Достопримечательности и памятные места. Маршруты связаны с именами известных людей и земляков, например, литературные места. Путешествие вместе с литературными персонажами, вслед за героями. Например, путешествие с героями Жюля Верна, барона Мюнхгаузена. В общем, со всеми другими героями, которые так или иначе передвигались, каким-то образом перемещались по карте. Можно, конечно же, создавать рассказы путешествия об исторических событиях. Это только вот небольшой перечень того, что можно сделать с помощью цифровых инструментов. Несколько слов о том, перед тем, как перелистнуть, вернуться чуть назад, о подготовительной работе. Если вы определились уже с тем, что будете создавать что-то вроде этого, то вам необходимо сначала собрать материал. Обычно придумывается какая-то идея, тема, а далее отмечаются точки маршрута, из которого будет состоять виртуальная экскурсия. Например, у вас путешествие с литературным персонажем, несколько точек в этом путешествии, которые вы отмечаете. В каждой точке собирается дополнительный материал. Виртуальные экскурсии сейчас позволяют добавить к изображению или к карте огромное количество разного медиа-контента. Это могут быть и аудио, и видео, и изображения, и, конечно, текстовые заметки, большое количество ссылок на разные веб-ресурсы. То есть вы можете задействовать практически все материалы, которые есть в вашем распоряжении. Количество точек здесь зависит все от вашей фантазии и желаний. Если это учебный продукт, то, наверное, какое-то ограниченное количество все-таки, чтобы успеть за урок поработать с этой экскурсией. Если у вас свободное творчество, то тут количество точек на карте может быть совершенно безгранично. Особенно если это касается какой-то совместной работы с читателем или со школьниками. Давайте посмотрим несколько инструментов, на что они похожи. Я вам по ходу в чат буду сейчас ссылки отправлять. Вы, чтобы вам было поинтереснее и сразу на месте познакомиться,
Можно на них нажимать, щелкать, открывать. Все эти ссылки собраны в справочной презентации. Если вы что-то пропустите, то по презентации можете восстановить. Первый сервис, первый инструмент называется Click2Map. Вот сейчас на экране, как это все будет выглядеть, если вы щелкнете по ссылке. Это карта, на которой нанесены определенным образом метки. Каждой метке приделана информация. Click2Map, не зря он так называется, карта в два клика. То есть здесь максимально все упрощено. Вам после регистрации выдают карту. Вы открываете, нажимаете на кнопку New Marker, новый маркер, новая точка на карте. Вносите сюда название, описание. Дальше в раздел «Адрес» вы вносите название населенного пункта. Ну, например, название города, точки на карте. Кириллица здесь поддерживается. И чтобы тот же маркер у вас на карте отразился, нажимаете кнопку «Геокод». Тут есть еще дополнительная информация. Вы можете широту, долготу проставить, если хотите. Ссылки на веб-ресурсы дать. Но это уже не обязательные поля. Главное, чтобы было название и сама точка на карте. Текстовая. Дополнительно сюда можно прикрепить еще изображение. Ну, вот ссылка, которую я дала, она очень простая, просто небольшие текстовые комментарии. Ну, использовать этот сервис можно в том случае, если вы ограничены во времени, и вам надо срочно набросать маркеров на карту, небольшую информацию, вы не располагаете большими медиакладовыми, чтобы много информации прикреплять. И поэтому вот это оптимальный вариант, если вы хотите что-то быстрое и не очень сложное. Чуть сложнее Google карты. Ну, без них сейчас уже ничего не обходится. Google инструменты, они по-прежнему во главе списка всех цифровых инструментов, потому что большой плюс, что им дает приоритет, то, что здесь есть возможность совместной работы. Практически во всех Google сервисах эта возможность присутствует. И карты не исключение. Вы можете подключить к работе столько с авторов, сколько посчитаете нужным. Дать им разрешение редактировать карту, либо только просматривать. Можно определить еще и уровень доступа к этой карте. На карте вы можете нанести маркеры, к ним добавить тексты, ссылки, изображения и видеоролики. Видеоролики по ссылке из YouTube, картинки вы можете загрузить с компьютера. Вот которую ссылочку я вам сейчас в чат отправила, это ссылка на такую красивую карту, называется она «Путешествие с литературными героями». Там красивые маркеры, очень хорошо подобранная информация. Можно пощелкать, погулять по этой карте. Но вторая ссылка чуть попроще. Смысл тот же самый, сделан в Google Maps. Но только вариант чуть проще. Как это все делается? Для того, чтобы работать с Google инструментами, нужно завести себе Google почту, Google аккаунт. И тогда вы будете получать доступ ко всем инструментам Google. Открываете карты. Здесь большой плюс, здесь все уже давно русифицировано. Поэтому, если у вас возникают сложности с английскими сервисами, то можно начать с Google карт. Здесь, правда, не в два клика, здесь немножко больше кликов придется делать, но тем не менее, самое простое. Вы набираете в поисковую строку, вот она рядом с синеньким значком лупы, название населенного пункта на своей карте. Я вот город сегодня набрала, он тут же меткой обозначился на экране. Далее плюсиком «Добавить на карту» нажали, эта метка вот у вас высветилась таким зеленым. А дальше, щелкая по этой метке, вы открываете окно для ее редактирования. И к этой метке можете уже прикрепить, вот я в красную рамочку вынесла что. Вы можете ее перекрасить другим цветом, текст вписать, фотографию прикрепить, либо видео по ссылке сюда добавить. Ну, перекрасить в разные цвета, видео по ссылке из YouTube, картинку можно либо загрузить, либо по ссылке из интернета добавить. Все, после этого вы сохраняете, точка сохранилась на карте. В разделе линии и формы можно добавить несколько вот таких маркеров, соединить линии. Вот этот вот значок вот такой ломаной линии, на него нажимаете и выбираете «Добавить линию фигуру». А дальше мышью просто соединяете несколько точек на карте между собой, и у вас получается маршрут. Кстати, в предыдущем сервисе Click2Map тоже была эта функция. Там тоже можно рисовать и соединять маршрутные линии между собой точки на карте. Здесь плюс, что все это можно сделать коллективно. Каждый из авторов может добавить свою точку на карте. И получится коллективный продукт.
Что еще в плюсе у Google Maps? У нее возможность на одной карте создать несколько слоев. Когда это имеет значение? Когда вы на одной и той же местности создаете несколько экскурсионных маршрутов по одному и тому же месту. Чтобы не тиражировать бесконечное количество карт, вы можете несколько слоев нанести несколько маршрутов и очень легко переключаться между ними, если это вам необходимо. Подходит для таких глобальных коллективных проектов, если вы, например, задумали что-то такое интересное, экскурсию по области, по одному и тому же краю, но разные маршруты, разные точки. Тогда это имеет место. Можно воспользоваться. До 10 слоев здесь создается довольно легко. Вот, пожалуй, и все о Google Maps. Простой, эффективный инструмент, готовый, собственно, все сервисы практически, о которых я буду говорить, они все дают ссылки для того, чтобы поделиться. И их можно встраивать на страницы сайтов и блогов. По умолчанию. Еще один интересный инструмент – Zmaps. Zmaps – это сервис условно бесплатный. Кто в нем работает, подтвердит. Часть функционала здесь бесплатная, часть за деньги. Когда вы создаете здесь аккаунт, вас предупредят, что бесплатно можно создать карту, и не одну, но при этом… Как бы это сказать? В общем, бесплатно можно, эта карта может открываться 100 раз. То есть, как только по вашей карте будет перебор открытий, то есть больше 100 раз будут вашу карту открывать, то аккаунт вас попросит заплатить за это деньги. Вот такой не очень приятный сюрприз. Здесь можно 5 карт создать бесплатно относительно, но с небольшим количеством просмотров. Можно получить ссылку, которой можно делиться, открывать ее по ссылке. Можно вставить на страницу сайта и блога. Вот насчет сайта и блога я не знаю, если 100 просмотров у карты будет, уничтожится ли она на сайте или в блоге, или останется также. Вот это пока непонятно мне. Но тем не менее, вот если массово просматривать ссылку, то больше 100 просмотров она заморозится. Но сервис, тем не менее, интересный, он похож на Google Maps, хотя и англоязычный. Давайте посмотрим, что в нем. Здесь очень все похоже, только на английском языке. Есть поисковая строка, куда вносим название населенного пункта. Есть добавление объектов, кнопка Addition, которая добавляет маркеры на карту. Сначала вы вписываете название населенного пункта, затем добавляете его на карту. И к населенному пункту каждой метки на карте заполняете вот такую карточку. Картинку можно загрузить, можно аудио, кстати, выбрать. Вот здесь большой плюс в этом сервисе. И можно ссылку. Или видео с YouTube тоже добавить. Ну, здесь практически Google карта не уступает в этом смысле. Готовый вариант можете просмотреть, подтвердить, либо удалить, если вам что-то не понравилось. Количество меток на карте не ограничено. Единственное ограничение на 5 бесплатных карт здесь действует. Точно так же вы можете точки на карте соединять линии и даже закрашивать области на карте, если это вам необходимо. Еще один интересный инструмент – Scribble Maps. Сейчас я вам ссылку на него отправлю. Тоже вариант минималистичной карты, если все надо просто и быстро. Вот так вот она будет выглядеть, если вы ссылку откроете. Здесь, как вы видите, с левой стороны список объектов, справа сама карта. Вы можете щелкать либо по списку, либо по карте и открывать элементы, которые вам нужны. Что сюда можно добавить? К маркеру прикрепить фотографии можно, видео и тексты, ссылки на веб-ресурсы. Когда вы наводите на точку на карте, открывается окошечко с описанием объекта, либо картинка, либо тот материал, который вы сюда прикрепили. Как это все работает? Все очень похоже. Поисковая строка, куда вы вписываете название. Метка добавляется автоматически на карту, вы даете ей название, описание, а дальше вот эти вот значки, которые позволяют медиа-контент добавить. Значок цепочки – это у нас ссылки, ну, логотип YouTube, понятно, это видео. Дальше картинка, изображение можно добавить, ну и последний значок оранжевый с облачком. Это можно аудио добавить с сайта SoundCloud. Вот.
После этого вы сохраняете метку, она у вас появляется на экране. Если посмотреть на меню вверху слева, то там очень много инструментов для рисования. Наверное, это самый такой богатый сервис для рисования. Здесь вы прямо по карте можете рисовать линии, ломаные, прямые, зигзагообразные. Можете фигуры рисовать, прямоугольники, квадраты, там какие-то ломаные вещи. Все это закрашивать, стирать. То есть, если вам вот необходимо такое изобразительное нечто по карте сделать, то Scribble Maps тут предоставляет очень неплохие возможности. Вы можете не только соединять просто линии между собой, но еще и как-то рисовать на карте. Например, закрасить территорию какого-то заповедника, я не знаю, выделить в кружочек какой-то важный объект на карте и так далее и тому подобное. Все это редактируется, можно цвет, форму выбирать, двигать это по карте и так далее. Готовую карту сохраняете и вставляете на сайт или в блог, если вам нужно. Ее, кстати, можно сохранить и как картинку в формате PDF. Если вам офлайн нужно ее где-то демонстрировать, можно и как картинку сохранить. Он хороший для начинающих и для тех, кто уже более продвинут в создании карт. Tripline. Неплохой сервис, давно уже существует. И сервис тоже для создания виртуальных маршрутов. Создается маршрут на основе текстов и фотографий. Может быть, он такой не самый красочный среди сервисов, но тоже довольно интересный. Ссылку сейчас я вам отправила. Вот так эта карта выглядит. Тоже метки, соединенные между собой маршрутные линии, и каждой метке какая-то дополнительная информация прикреплена. Tripline выглядит вот так. Создаете свой аккаунт, регистрируйтесь, а дальше приступайте к созданию меток. Есть строка поиска, сюда вы вписываете название населенного пункта, который хотите отметить. Он у вас появляется на карте в виде точки. А чуть ниже под картой у вас откроется окошечко для внесения дополнительной информации. Ну вот я три точки на карте выбрала. Можете сразу набросать все точки, какие тут только возможны, а затем уже каждую точку редактировать. Это все несложно, они у вас внизу будут вот так вот красиво линией построены. Мышкой вы можете менять их между собой, то есть местами. Поменять, если вам маршрут нужен в какой-то другой последовательности. А вот в красной рамочке я обозначила два значка. Карандашик – это у нас текст редактирует, и фотоаппарат рядом добавляет картинку. Функционал здесь не очень большой, но карты получаются довольно интересные. Они такие двигаются немножко интерактивные. Вы можете щелкать прямо по карте, или вот этот вот список, который внизу с населенными пунктами. Вот, пожалуй, и все хитрости здесь в этом триплайне. Что еще? Ну, можно добавить на сайт и в блог. Вот, пожалуй, и все об этом сервисе. Турбилдер. Нравится хороший сервис. Сейчас я вам постараюсь найти ссылку. Да, вот Tripline, забыла вам еще пару ссылок интересных отправить, просто для просмотра. Вот это вот ссылка «Путешествие с бароном Мюнхгаузеном». Я говорила о том, как можно путешествовать с литературными героями. Ссылки у него немножко получаются длинные, но тем не менее. И вот еще экскурсию по Петербургу, которая у меня сейчас на экране была, ну, полистать самим, посмотреть. Можно и историческую тематику выбирать, как видите, и литературную, так что возможности большие. Теперь к турбилдеру. Турбилдер – очень неплохой сервис, который позволяет создавать интересные виртуальные путешествия с элементами 3D. Если кто-то что-то в нем создавал, то знает, что это очень красиво получается. Вот сейчас вам пару ссылочек отправлю. Вот это вот обычный просмотр виртуальной экскурсии обычной. То есть там есть карта, вот как сейчас на экране, есть список точек с левой стороны. Каждая точка щелкается, открывается, карта передвигается, как только вы щелкаете по точке. И есть еще небольшой контент, описание и медиаресурсы, фотографии и еще видео, можно сюда добавить. Турбилдер – это абсолютно бесплатный сервис, количество создаваемых работ здесь не ограничено. Единственное, что к одной точке на карте вы можете добавить не более 10 медиа-объектов. Сумме. То есть либо 10 картинок, либо 9 картинок и одно видео, ну и так далее.
Это вот обычный такой формат. Есть еще у этого сервиса формат необычный. Если к этому сервису подключить так называемый сервис Google Земля, Google Earth, то можно эту же экскурсию смотреть в 3D формате. Вот ссылка номер 2. Если вы ее сейчас откроете, нажмете на кнопочку 3D, то у вас экскурсия будет выглядеть немножко уже по-другому. Контент остается тот же, а по карте вы будете перемещаться уже иначе. Там появляются более объемные изображения, там мы будем двигаться иначе, все это будет поворачиваться в формате 3D. Правда, вторая ссылка, она может немножко притормаживать, поскольку 3D-объекты, они требуют определенных ресурсов компьютерных. Вот. А так получается очень красиво. Вы одну и ту же экскурсию можете демонстрировать и так, как вам нравится. Все было бы отлично, один минус только у сервиса, нельзя его встроить на страницу сайта и блога. Его можно просматривать только по ссылке, вот так вот в отдельном окне. А работать в нем довольно просто. Есть так называемый introduction, вступление, вы там какую-то вступительную информацию указываете, а дальше переходите к созданию точек на карте. Location name – это название точки. Дальше вы добавляете медиа-контент, загружаете фотографии, даете небольшое описание. Тут есть еще даты, если вам какие-то даты необходимо обозначить, то здесь есть место для этих дат. Ну и вы можете выбрать иконку. То есть обычный маркер, либо что-то красивенькое. Ну, я тут елочки, кораблики повыбирала. Здесь большая библиотека таких иконок, картинок. Вы можете выбрать то, что вам нравится. Получается очень все симпатично, быстро. Есть возможность еще и пригласить соавтора для совместной работы. Это тоже немаловажно, если какой-то проект совместно делать. Количество точек на карте не ограничено, вы можете создавать очень красочные, интересные продукты с помощью этого сервиса. Да, 3D действительно интересно смотрится. И в ряде других сервисов он выгодно выделяется. Новый для меня сервис, сейчас еще одну ссылочку отправлю, на сервис TimeMapper. Об этом сервисе я раньше не говорила, узнала о нем недавно, вот решила поделиться интересной информацией. Сервис, который соединяет в себе три в одном. Создатели решили, наверное, объять необъятное. И здесь, с одной стороны, карта, она справа, слева так называемый слайдер, слайд с какой-то информацией и с картинкой, который поясняет карту. Эта картинка прикреплена к определенной точке, и вся информация к этой точке прикреплена. И внизу еще есть лента времени. Если присмотреться, там еще есть дата. Здесь авторы соединили карту, ленту времени и презентацию. Три в одном. Получилось вот такое интересное ноу-хау. Сервис необычный, и создавать здесь тоже необычно все. Мы привыкли просто точки на карте добавлять с помощью поиска или с помощью каких-то других приспособлений. Здесь все несколько иначе выглядит. Смотрите как. Во-первых, этот сервис связан с аккаунтом Google, поэтому нужно сначала заполучить себе этот аккаунт, зайти в него, не выходить, и дальше перейти уже на сайт этого сервиса. Заходите на сайт. Там вам на английском языке рассказывают, как в три шага сделать такую карту. Вам нужен сразу, во-первых, кнопочка в шаге 1 «Получить шаблон». Нажимаете на эту кнопку, и вот в шаге 2 в красной рамочке, вот в этой, которую я красненьким выделила, появляется ссылка на шаблон. Вот он, желтеньким подсвечен. Вы эту ссылку копируете и открываете в отдельной вкладке браузера. Открывается у вас шаблон на английском языке. Вот такой. Я его разрезала напополам, он на самом деле длиннее. Вот эти черные – это столбики. И оно должно быть вытянуто в одну линию. Но чтобы было виднее, я порезала эту таблицу напополам. Напоминает Google таблицу, это, собственно, она и есть. Что теперь с ней делать? Она открыта только для просмотра. В ней ничего нельзя редактировать. Это образец как раз вот такой карты. Вам по этому образцу придется создавать свое. Чтобы ее создать, нужно у себя на Google диске этот шаблон сохранить. То есть есть вкладка «Файл», открыть ее, нажать кнопку «Создать копию», выбрать в качестве пункта назначения «Мой диск», и оно у вас на Google диске сохранится. Этот шаблончик можно теперь будет редактировать.
Теперь что с ним делать? Здесь название полей вам подскажут, что куда вписывать. Тайтл – это название точки на карте. Сюда вписываете название, которое будет отображаться жирным шрифтом на первом слайде, ну и так далее. Дальше. Поле «Старт» – это у нас дата начала события. Она может вписываться в любом формате, можно просто год вписать, можно в обычном формате день, месяц, год, можно просто месяц и год. В общем, то, что посчитаете нужным. Если у вас дата не из одного года состоит, то вводится через косую черту. Дата, две циферки, косая черта, месяц и год. Дальше. Время окончания событий – это поле не обязательно. Если событие закончилось, вы можете сюда обозначить его. Дальше описание этого события, о котором идет речь. Дальше картинка имидж. Это для загрузки изображения к вашему слайду. Загружаются они по ссылке. Ссылка с любого веб-ресурса. Берете картинку и сюда добавляете ссылочку. Здесь вот первые вот эти колонки вам сделают ленту времени. Следующие колонки для того, чтобы привязать это все к карте. Place – это название места. Сюда вписываете название вашей точки на карте, маршрут. Дальше вот начинаются сложности. Поля Location и Location Original обязательно для заполнения поля Location. Сюда вы вносите, как бы это назвать по-географически, широту и долготу, географические координаты вашей точки. Здесь нет строки поиска, предыдущих сервисах, и вам приходится это сделать вручную. Где взять вот эти вот цифры, географические координаты? Вы можете открыть, например, любую Яндекс.Карту, ну, самый простой вариант. Открыть Яндекс.Карту, найти там нужный вам объект, например, там, город Москва, да, предположим, щелкнуть по нему, откроется карточка этого объекта с географическими координатами. Вот их скопировать нужно и вставить сюда в табличку в раздел Location. Вот. Последний source – это источник. Если вы берете какую-то картинку, вы можете указать здесь источник публикации. Откуда вы взяли? Ну, поле не обязательно. Ну и source URL – это сайт, с которого вы взяли, ссылка на сайт. Опять-таки, поле не обязательно. Вот. Дальше переходите к следующему. И так продолжайте. TimeMapper – это хороший сервис, если вы хотите создать что-то историческое. То есть у вас есть определенные даты, точки на карте. Ну, например, создать там, не знаю, карту Великой Отечественной войны, предположим. И на этой карте обозначить Москву, Ленинград, Санкт-Петербург, Волгоград, Сталинград, Курск, ну, другие города. И соединить тем самым и ленту времени, и точки на карте. Получится вот такой вот три в одном интересный. Просматривать можно, щелкая по карте, щелкая по ленте времени, либо просто как презентацию слайда места. После того, как у вас табличка это заполнилась, вы можете неограниченное количество слайдов здесь создать. Вы ее сохраняете, конечно, себе на Google диске. И возвращаетесь опять на сайт сервиса. Вот это окошечко, откуда мы брали первую ссылку на шаблон, вы стираете там все и вписываете теперь свою ссылку, ссылку на свой отредактированный шаблон. Ссылку просто из строки браузера берете вверху, копировали и вот в это окошечко вставили. Дальше вам предложат несколько настроек, как хотите, чтобы эта карта отображалась. Можно просто как карта, можно как просто лента времени, можно три в одном. По умолчанию три в одном стоит. Дальше более подробно вы можете выбрать, как отображаться будут даты, что будет первым слайдом, начинать с какого события и так далее. Ну и затем обязательно кнопка Publish синяя внизу, она публикует все ваше, все, что вы сделали, и открывается готовый продукт. Вы можете ссылку на него взять, есть кнопочка Embed, вы можете вставить на страницу сайта и блога все, что у вас получилось. Получается вот такой интересный, необычный продукт. Красиво. Так что есть возможность попробовать. По крайней мере, я его взяла на заметку. Он бесплатный, позволяет создавать большое количество всего интересного. Еще один интересный сервис StoryMap. Если вам TimeMapper показался сложноватым, красиво, но сложноватый, то вот StoryMap, он немножко попроще. Там без таблиц, но смысл очень похож. Здесь, правда, ленты времени уже нет.
Вот ссылочка, пожалуйста. Но карта тут присутствует, и слайдер с картинками тоже есть. К готовой карте можно прикрепить картинки, конечно же, тексты, ссылки на веб-ресурсы и различные медиа-объекты. Можно выбрать значки на карте, иконки, как они будут отображаться. Вы регистрируетесь в сервисе. Опять-таки, этот сервис заточен на аккаунт Google. То есть, если у вас аккаунт уже есть, то регистрироваться не надо. Просто в свой аккаунт заходите и работаете. Сразу, как только вы открыли, вам предлагается создать, нажимаете создать карту, выбираете эту опцию. Вот такой вот конструктор предлагается. Здесь очень похоже на презентации PowerPoint. С правой стороны, с левой стороны слайды будущей работы. Титульный слайд, он самый первый. Там просто вписать достаточно название и загрузить, например, новую картинку, если нам нужно. А дальше пошли плюсиком добавляться слайды, на которых вы, собственно, будете размещать разную информацию, прикреплять ее к карте. Вот первый слайд я создала, и вот такой конструктор нужно заполнить. Во-первых, точку на карте обозначаем. Я, например, про города-герои создавала, и таким вот образом город Брест, например, обозначила, нашла его, точка на карте появилась. Дальше. Сюда можно в этом конструкторе добавить ссылку на медиаресурсы, загрузить их по ссылке, например, видео или картинку. Дальше можно добавить подписи, это небольшое нечто, как под заголовок, и описание, это уже более подробный текст. И есть кнопочка с цепочкой, она добавляет ссылки на веб-ресурсы. Кнопка Slide Options позволяет настроить слайды, как они у вас будут выглядеть, какой слайд будет первым. Добавить кнопку на стартовый слайд. Например, по умолчанию там стоит кнопка «Начать просмотр». Если вы нажмете «Slide Options», вы можете поменять шрифт, поменяйте саму эту кнопку, можно вообще от нее отказаться, можно текст у нее изменить. Ну, в общем, под этой «Slide Options» скрываются разные дополнительные настройки. Количество слайдов и точек на карте здесь не ограничено. Вы можете создавать их любое количество. Главное все это сохранить. Ну и просмотреть, если все понравилось, опубликовать, поделиться, как всегда, и опубликовать на сайте и в блоге. Здесь все создается практически в режиме одного окна. Ничего листать не нужно. Главное заполнить все строчки, которые будут предложены, и сохраниться. Все, пожалуйста. Сервис бесплатный и очень комфортный для работы. Очень красочный вариант получается. Вот я вам не могу не поделиться ссылкой в связи с красочностью этого сервиса. Мне очень понравилась эта работа. Я рада, что я имею косвенное, но к ней отношение. Работа называется «Обнимая небо». Очень актуальна в год очередной годовщины Великой Победы. Это виртуальная карта по маршруту летчиков-истребителей героев Великой Отечественной войны. Сделана очень красиво из души, она мне нравится. Автор Татьяна Деткова. Или Деткова, извиняюсь, если неправильно ошиблась фамилии. Очень красивая и очень интересно сделанная карта. Почему я в качестве примера решила ее привести? Ну, во-первых, здесь продемонстрированы практически все возможности сервиса. Вы можете полистать и сразу посмотреть, что здесь возможно сделать. Ну, и во-вторых, потому что я в середине вебинара решила такую небольшую паузу взять и рассказать о том, где можно поучиться, если вы хотите научиться создавать нечто подобное. Буквально несколько слов. Вы можете пока временно отдохнуть, налить себе чаю, но я все-таки расскажу о том, почему я имею отношение к этой работе. Эта работа была создана в рамках онлайн-курса, который раньше назывался «Информационные технологии в библиотеке». Сейчас мы расширили свою аудиторию. Теперь он у нас называется «Информационные технологии в библиотеке, классе и аудитории». Это онлайн-курс, предназначенный для учителей, педагогов и библиотекарей, где мы изучаем лучшие цифровые инструменты. Это мой онлайн-курс, который я запускаю второй раз. Я знаю, что сейчас на вебинаре присутствует несколько человек. Я увидела знакомые фамилии, кто участвовал в этом курсе в первом запуске. Они могут подтвердить мои слова, что курс получился, на мой взгляд, довольно интересным. И я надеюсь, что участники получили удовольствие от участия в нем.
Он запускается сейчас. Я буквально в качестве рекламы несколько слов скажу, чтобы вы были в курсе. Мало ли вам эта информация для чего-то пригодится. Запуск курса 18 ноября. Он рассчитан на месяц, где-то в середине декабря, 13-14 декабря он заканчивается. 8 вебинаров, 8 модулей. Довольно интенсивный курс. Но за это время вы успеете освоить минимум 8 цифровых инструментов, максимум количество не ограничено. Потому что на курсе представлено более 100 различных цифровых инструментов, которые могут позволить создать практически все. Виртуальные выставки, презентации, игры, викторины, виртуальные экскурсии, в том числе ленты времени, видео, инфографику, анимацию, мультфильмы и многое-многое другое. Это только минимум, что я перечислила. То есть, если вы хотите научиться создавать сразу все и много, и вам нужен сразу такой курс, чтобы не по одному сервису изучать, а сразу познакомиться со всем многообразием, то это хороший вариант поучаствовать в курсе. Если нужна ссылка, я ссылку потом в конце вебинара дам. Кому интересно, может мне написать, задать вопросы. Активная ссылка внутри самой презентации. Вот, курс платный, но я надеюсь, что оно того стоит, потому что достаточно много усилий было положено на этот курс. Это результат всей моей работы за последние 6 лет. Поэтому буду рада, если кого-то эта информация заинтересует. Все. Пауза наша закончилась, и мы возвращаемся дальше к виртуальным экскурсиям. Виртуальные экскурсии – интересные вещи, позволяют показывать, демонстрировать. В том числе и не обязательно они должны быть привязаны к карте. Можно создавать виртуальные экскурсии по достопримечательностям, по экспонатам музея, по школе, по библиотеке, да вообще много почему. И совершенно не обязательно их связывать с картой. Для этого есть огромное количество сервисов, которые могут сделать ту же информационный продукт интересными. Например, интересный сервис Easy Travel, который позволяет создавать интерактивные туры и виртуальные экскурсии. Причем не только по карте, но и по музеям, по разным помещениям и так далее. Сейчас, минутку, я найду ссылку на пример такого тура. Что интересного в этом сервисе? Здесь сервис озвученный. То есть виртуальная экскурсия сопровождается озвучкой. Это называется аудиотур. Ну вот я, например, открыла наш музей «Ледокол Ленин» мурманский. Это экскурсия по томоходу, без привязки к карте. Тут есть экспонаты, есть какое-то вступительное слово, а дальше внизу список экспонатов. Щелкая по экспонатам, прослушиваем озвучку и совершаем вот такое виртуальное путешествие. Если необходима карта, вот ссылку я вам сейчас дала, это аудиогид по библиотеке, например. Там выставка библиотечная, и по ней создан аудиогид. Вот еще одна ссылка, это уже путешествие по городу. Здесь привязка к карте существует. Здесь точки нанесены на карте, щелкая по этим точкам, совершаем виртуальное путешествие. Ну вот это современное было путешествие, можно создавать путешествие удаленное по времени, главное, чтобы точки на карте оставались. Вот это путешествие с Клинской барышней начала 20 века. Такое тоже можно сделать в этом сервисе. Сервис очень несложный, хотя на первый взгляд кажется, что здесь всего как-то много и сложно в этом разобраться. Очень плохо, что поддержка этого сервиса на отдельном сайте, ее еще найти надо, если в чем-то возникает вопрос. Я ссылку на инструкцию внизу повесила, чтобы долго не искать, вот по этой ссылке можно перейти и откроется служба поддержки, если что-то непонятно будет. Вы регистрируетесь в сервисе, здесь есть возможность коллективной работы, вы можете пригласить количество соавторов, любое, какое желаете, по электронной почте разослать приглашение. Ну а дальше начинаете создавать точки на карте. Вот та самая Клинская барышня, вот так она выглядит, если бы вы ссылку открыли. А как это все создавалось? Вот это вот дневники повседневности. Если вы ссылку пропустили, это библиотечная выставка. Вот так сделано. А дальше начинается заполнение конструктора. Вы либо точки на карту выбираете, либо просто какие-то добавляете элементы в виртуальное путешествие. Название. Сюда вписывается название экспоната, объекта, точки на карте. Описание. К описанию можно добавить ссылку. Здесь 5000 символов допускается, так что текст может быть достаточно длинным. Дальше. Главное.
раз аудиотур, то должна быть озвучка. Есть кнопка аудио. Вы можете выбрать файл, если озвучка у вас уже записана с помощью микрофона и на компьютере сохраняется. Просто загрузить с компьютера. Есть тут синтезатор речи, конечно, который позволяет что-то синтезировать, но это не самый лучший вариант. Ну, про профессиональную озвучку просто не будем говорить. В общем, если у вас любительская аудиостудия, то записываем с помощью микрофона или диктофона на мобильном устройстве. Озвучиваем точку на карте, либо экспонат, либо какой-то другой объект. Интересная вещь еще есть. Экскурсию можно дополнить викториной. Чтобы слушателям было не слишком скучно, по ходу рассказа можно предлагать им ответить на вопросы викторины. Здесь есть функция «Вопрос» и 4 варианта ответа. Один из них правильный. Задаете, вписываете вопрос, отмечаете верный вариант ответа, сохраняете. Первая точка на карте сохранена. Как это будет выглядеть? Читатель, слушатель щелкает точку на карте, ему открывается описание, если оно есть, со ссылками. Сюда же можно прикрепить фотографию. Забыла о том, что можно еще картинку добавить ко всему этому прочему. Если, особенно если вы не привязываетесь к карте, то картинка должна быть обязательно. Ну и далее включается озвучка. Голос за кадром вам рассказывает по этой картинке, либо по этой точке на карте дополнительную информацию. В конце открывается викторина, и вы можете проверить свои знания. И таким образом вы создаете несколько точек, они у вас в маршрутную линию соединяются, и можно путешествовать. Еще один вариант здесь, кроме того, что можно создавать виртуальные экскурсии, можно создавать и квесты. Но квесты – это вообще отдельная история, об этом я проводила отдельные вебинары, еще буду об этом говорить. Просто несколько слов скажу, что в этом сервисе еще можно создавать квесты. Но только так, в этом случае сервис превращается в мобильный инструмент. Квесты доступны только на мобильных устройствах. Для этого вам нужно это скачать приложение Easy Travel на мобильное устройство. Квест создается на компьютере, а вот проходить его нужно с использованием мобильника и обязательно с привязкой к карте. То есть в режиме онлайн прямо на маршруте в городе. То есть вы создаете квест от одной точки к другой, участники путешествуют с мобильными устройствами, сервис, это приложение оснащено GPS-навигатором, и как только участники подходят к точке на карте, у них включается аудиоозвучка, идет рассказ, дается какое-то задание, они получают задание, разгадывают, двигаются к новой точке. Опять, как только они к ней подходят, включается аудиоэкскурсия, что-то рассказывает, очередное задание, и так от точки к точке они передвигаются. Квесты создавать сложнее. Конструктор там похожий, но создание здесь немножко сложнее, потому что вы, во-первых, привязаны к карте, во-вторых, все очень точно надо разметить. В какой точке включается аудиоозвучка, в какой выключается, где будет вопрос викторины и так далее. Точно так же вы к точкам на карте можете добавить и тексты, и картинки, и другую дополнительную информацию. Я сейчас дам вам ссылку на квест, это московский квест по местам, связанным с булгаковскими мастером и Маргаритой. Просто открыть ссылку, там будет просто информация о квесте. А вот если вы скачаете мобильное устройство и выйдете на улице Москвы с Easy Travel, то можно этот квест пройти совершенно спокойно по точкам на карте, используя телефон свой. Вы можете даже без подключения к интернету проводить эти квесты. Они закачиваются на смартфоны, и дальше интернет уже просто будет не нужен. Это тоже большой плюс, особенно в условиях города, где Wi-Fi не всегда доступен. Тогда это тоже такой большой плюс. В общем, сервис интересный, стоит его попробовать, тем более, что очень многие музеи и библиотеки сейчас создают большое количество экскурсий по своим экспонатам, достопримечательностям. Название города просто достаточно ввести в поиск, и вам покажут все экскурсии по вашему городу. Возможно, вам что-то из этого понравится, и вы сможете использовать в работе. Вообще путешествие, конечно, по карте это отличная вещь, но если мы ограничены условиями, например, у нас в цели экскурсия по библиотеке, либо по школе, то можно создавать так называемые интерактивные изображения. То есть нам нужна карта, например, либо любое другое изображение.
на которую мы наносим метки. Но она у нас будет не двигаться, вот как обычные карты, она будет довольно статичная, зато щелкая по этим меткам, вы можете открывать дополнительную информацию. Все это называется интерактивное изображение или интерактивный плакат. Были очень многие хорошие сервисы, которые создавали интерактивные плакаты. Самый известный ThinkLink, наверняка о нем слышали. Было у него много хороших возможностей, к сожалению, он теперь платный. Он позволяет создавать бесплатно картинки такие с метками, но публикация их уже за деньги. Поэтому от использования этого сервиса пришлось отказаться. А что взамен? А взамен тоже есть неплохие инструменты. Сервис H5P, который позволяет создавать большое количество интерактивного контента, в том числе и интерактивные плакаты. Пример, я вам загрузила сейчас экскурсию по улицам Санкт-Петербурга. Загружен кусочек карты, с которой связан маршрут, а дальше на него нанесены метки в виде вот таких плюсиков. Нажимая на метки, вы знакомитесь с дополнительной информацией. Здесь, как вы видите, есть текст, есть картинка. Кроме этого, можно еще и видео добавить, ресурсы и ссылки, если они необходимы. То есть практически полный набор элементов. Для того, чтобы создать такую картинку, не очень сложно. Это все делается. Просто загружаете стартовое изображение. Далее даете ему название, само собой. А дальше в разделе «Контент» начинаете добавлять сюда метки. Тип контента выбираете. Либо это текст, либо это изображение, либо это видео. Там три вида контента. К одной и той же метке вы можете добавить практически все три, сколько хотите. Текст, и картинку, изображение. Может метка вмещать очень много информации. Нажимаете «Добавить метку», она отображается у вас на вашей картинке. Далее опускаете конструктор ниже, листаете, там это окошечко будет по-новому. Новая метка. Точно так же выбираете, допустим, тип контента «Видео». Добавить метку, метка прикрепляется. К одной метке можно добавить несколько видов контента. Три в одном, например. И все, конструктор сохранит все и откроет вам готовое интерактивное изображение. Точки по карте вы потом сможете еще подвигать, поредактировать, если что-то не очень красиво получилось. И сервис бесплатный, единственная сложность на английском языке, но есть в нем очень много различных инструкций, уже давно написано и библиотекарями, и учителями очень много, и мастер-классов по нему проводится. Я тоже не осталась в стороне, написала свою инструкцию. Если будет интересно, ссылка есть в презентации, заходите, почитайте, может быть, вам понравится. Замечательный сервис Genial Loom, который позволяет создавать интерактивный контент тоже. Он очень хорош для библиотекарей, потому что он позволяет создавать виртуальные выставки, например, выставку книжную. Вот такую, например. Создали мы когда-то в свое время в библиотеке книгу, выставку по книге «Облачный полк» Эдуарда Веркина. Вот так она выглядела. Она была очень красивая, вызывала интерес, но бесконечное количество времени оно стоять в библиотеке не может. И тогда мы переделали ее в виртуальный формат. Это очень удачно, если вы хотите сохранить в истории выставку, и можно ее вот так вот зафотографировать и сделать на ее основе интерактивный плакат. Добавить на него метки и по этим меткам путешествовать. А к меткам вы можете добавить, например, ссылки на электронную книгу, какую-то дополнительную информацию, библиографическое описание книжное и так далее. Я думаю, что и в школе найдется несколько идей, когда можно вот таким образом что-то проиллюстрировать. Ну, если не выставку, то какой-то другой учебный материал тоже можно таким образом представить. Вот я вам одну ссылку дала, сейчас еще одну дам, тоже на выставку. Нам сервис этот понравился, мы много в нем работали. Очень красиво, все и замечательно. Интерактивные изображения здесь создаются бесплатно. Есть инструкция, она несложная. Сейчас я пару слов еще расскажу о том, как все это было сделано. Это одностраничные картинки. Есть возможность у сервиса создавать многостраничные. То есть, если у вас не одна выставка, а несколько, или вы хотите каждую поподробнее расписать, например, у вас путешествие по школе, несколько помещений, и каждая на отдельной картинке, можно делать многостраничный вариант. Можно сделать виртуальную экскурсию по достопримечательностям родного края. Вот ссылка сейчас перед вами. Это тот же самый сервис, только в виде
многостраничного интерактивного плаката, он перелистывается, и там много-много разных меток с различной информацией. Но рассказываю, как это все делается. Бесплатное создание интерактивных плакатов. Вы загружаете свою картинку, стартовое изображение, а дальше по нему просто щелкаете мышкой. Получается вот такая фиолетовая точка на карте. При ней два кружочка с ладошкой и такая падающая комета. Тот, что с ладошкой, открывает окошко для внесения дополнительной информации для присоединения медиаконтента к этой метке. А тот, где вот комета падающая, это настраивает анимацию. Вот такого еще в сервисах не было, анимированные метки. Это такой дополнительный штрих, но по умолчанию можно им, конечно, и не пользоваться, но тем не менее. Все метки могут вращаться, перемещаться по экрану по вашему, появляться, исчезать. Причем вы можете настроить скорость их, на какой секунде они будут появляться, с каким эффектом, там, сиять, переливаться и так далее. Кстати, забегая вперед, любой объект, который вы сюда загружать будете, к нему можно применить анимацию. Поверх стартовой картинки можно еще набросать других картинок. Кстати, загрузив из компьютера, применить к ним анимацию, и они будут красиво у вас появляться время от времени в кадре. Но это уже такой дополнительная опция. А если вы нажмете на значок с ладошкой, то откроется вот такое окно. Напоминает вордовский документ. Сюда вы вписываете текст описания к каждой метке, а дальше в красной рамочке я выделила вещи, которые сюда добавлять можно. Ссылка – это значок цепочки, это ссылка на веб-ресурсы, дальше значок с картинкой, фотография, либо изображение любое с компьютера загружаете. Прямо внутрь текста оно у вас вставится. Дальше видео с YouTube можно добавить сюда, видеофрагмент, табличку можно сделать. Ну и самое последнее, вот с косой чертой, это добавлять встраиваемые объекты. Прямо внутрь этой метки можно добавить любой объект. Например, презентацию, игру, викторину. В общем, все, что вам нравится, все, у чего есть код для вставки, вы можете прямо внутрь этой метки добавить. Кстати, метка может быть ссылкой на что-то. Вот есть справа, с левой стороны такой надпись «Link». Вы можете эту метку просто ничем не загружать, а просто сделать ссылкой на какой-то веб-ресурс. И таким образом метки у вас будут разные. Метки бывают открывающиеся во весь экран, если много информации. Есть метки всплывающие, если небольшой текст какой-то. Окошечки тоже бывают большие, средние, маленькие. В общем, здесь настраивается практически все, что захотите. Цвет, размер, параметры, загружается все, что угодно. То есть очень многофункциональный сервис. Интерактивные плакаты создаются бесплатно. Здесь еще кроме плакатов можно создавать инфографику, презентации, игры. Здесь очень много игр, в том числе квесты есть. Правда, вот что касается другого интерактива, презентации, игры и прочего, часть тут за деньги. Но отсортировать просто. Нажимаете кнопку Free и выбираете только то, что бесплатно предлагается. Даже то, что предложено бесплатно, здесь можно много чего интересного сделать. Например, мы игры пытались сделать, и квесты пытались здесь сделать. Интересно получается. Так что советую, рекомендую, очень хороший инструмент. Ну и последний на сегодня инструмент, уже заканчивая наш разговор, Round.me. Хороший тоже необычный инструмент, тоже путешествие не по карте, а по фотографии. И фотография это панорамная. Сейчас я вам ссылку дам, чтобы вы могли увидеть. Но если ссылка не открывается, то вот он сейчас на экране, скриншот я сделала. Это я попробовала сделать, панорама не моя, я попробовала на эту панораму нанести интерактивные метки и сделать виртуальную экскурсию. Центр города Мурманска на панораме. На нее нанесены метки, вот такие вот со значком «И». Кроме того, это вторая ссылка из тех, что я дала. Кроме того, здесь есть фоновая музыка, вы ее можете включить, нажав на рупор слева вверху, либо не трогать, тогда будет все без звука. Здесь можно, слушатели могут писать комментарии, лайкать. Это с правой стороны, кнопочки расположены. Как это все делается? Можно из чата скопировать и перейти. Сейчас я попробую нажать. Должно работать. Ну, сегодня, по крайней мере, перед вебинаром я проверила, ссылки работают. Может быть, немножко медленно загружается. Но в любом случае, у меня тоже что-то, у меня
вебинар работает, может, поэтому не загружается. Жаль, что не открывается, но должен, 100% должен, может быть. Может быть, временный перебой с сервисом. Если попробовать эту ссылку скопировать и открыть отдельно в браузере, что так она бывает, если не открывается через чат, то можно попробовать через браузер. Ну, вот бывает иногда такое, у меня зависло это дело. Пока непонятно, к сожалению. Ну, ладно, тогда вот чисто в теории по скриншоту расскажу. Жаль, что такое получилось не очень хорошо, эта ссылка. Надеюсь, сервис заработает. Он, в общем, довольно интересный. Панорамный снимок. Где его взять? Ну, в интернете, конечно, можно найти все, что угодно, в том числе и панорамы различных мест. Вы можете, кстати, панораму сделать сами. Да, ранее я показывала эту работу, все верно. Панораму можно делать с помощью сервиса, который называется Dermandar. Вообще их много, этих сервисов для панорамных картинок. Я просто взяла три фотографии, тут от двух и более можно загрузить. Регистрироваться здесь не надо, поэтому я этот сервис выбрала из дополнительных каких-то затрат. Просто нажать кнопку Create. Нам нужна фотография 360. Она же панорама. Нажимаете, загружаете снимки. Снимки здесь загружаются в обратном порядке. То есть слева направо сначала загружается то, что справа, потом то, что слева. В общем, нужно подстроиться, какой снимок будет первым, вторым, третьим, пронумеровать их в обратной последовательности, ну, допустим, наоборот, от трех до одного. Ну и он в обратном порядке все вам загрузит и выстроится как надо. Вот я взяла просто три любых фотографии, просто попробовала, как это. Оно склеилось вот в такую ленту. Вы сохраняете все на компьютер, скачать. Save as. Она на компьютере у вас сохраняется, как длинная такая лента фотографий. После этого вы загружаете ее в сервис. Загрузили. А дальше у вас с правой стороны появляются кнопочки для редактирования. Здесь есть кнопка для интерактивных меток с буковкой И. Есть кнопочка для фоновой музыки, которую вы можете загрузить со своего компьютера. Единственное, что музыка не должна быть слишком длинной, иначе она не будет проигрываться, все зависит. Есть функция предпросмотра, чтобы заранее посмотреть, дополнительные настройки. И дальше, каждой интерактивной метке что можно добавить? Можно сделать маленькую метку с маленьким окошечком, можно развернуть побольше, если у вас большое описание. Можно добавить картинки и ссылки. Ну вот, к сожалению, на этом все. Видео вы можете только как ссылку добавить, например. Ну а дальше кнопочка Create, метку сохраняете, вы ее можете по всей панораме передвигать, как считаете нужным, и в нужное место установить. Еще дополнительная опция, вы можете сделать многостраничную работу. Например, у вас несколько панорам различных мест, и вы хотите их связать вместе. Вот первую ссылку я вам в чат бросала, это ссылка на музей. Там музейная экспозиция сфотографирована. Если у вас, например, музей из нескольких помещений, вы делаете панораму каждого помещения, а дальше их связываете между собой. Опять с помощью меток. Добавляете метку и привязываете к ней ссылку на второе изображение. Подписываете, например, далее, продолжить просмотр. Зритель нажимает на эту метку, попадает на новую фотографию, переходит таким образом из зала в зал. Получается такая длинная музейная экспозиция. Надеюсь, что сервис заработает, он интересный, несложный, есть обучающие опять-таки материалы. Можно попробовать вот такие сделать панорамные мероприятия, панорамные истории. Ну вот, пожалуй, и все. К сожалению, раньше онлайн-сервисов для виртуальных экскурсий было больше. В свое время я рассказывала еще о двух, о трех, которые к тому времени работали. Сейчас, проведя ревизию, я поняла, что их уже осталось не 17, а всего лишь 12. К сожалению, такая есть вещь, что многие сервисы исчезают, пропадают, перестают поддерживаться и так далее. Ну, с онлайн-инструментами такое бывает. Вот. Поэтому большое спасибо за то, что пришли, конечно же.
Если у вас возникают вопросы там, по работе, по сервисам, какая-то нужна помощь, подсказка, я стараюсь отвечать. Найти меня можно на Фейсбуке, по электронной почте. Можно найти меня в группе. Надеюсь, группа хорошая и интересная. Называется «НКТ-мастерилки для педагогов в библиотекаре». Там много полезной информации, в общем-то. Вот. Ну и презентация справочная, если вы не успели скачать, она есть опубликована в интернете, и всегда можно ее найти. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, информация была для вас полезная. Я жду вас на следующем вебинаре. Вот забыла посмотреть точную дату своего вебинара, но я надеюсь, что вы не пропустите. Список всех вебинаров уже на сайте Директ Академии. Вы можете выбрать то, что вам нравится, зарегистрироваться на все, что вам понравилось. Даже если вы на вебинар не придете, то вы сможете воспользоваться потом записью, посмотреть в записи. Ну, а вопросы уже можете в индивидуальном порядке задать, если что-то осталось неясно. Еще раз спасибо большое. Всего доброго, доброго вечера или доброго дня.